Во вторник, 1 марта, начинается прием заявок на участие в программе грантов Даугавпилсского городского самоуправления «Импульс». Целью программы является поддержка молодых предпринимателей, реализация интересных, инновационных и долгосрочных бизнес-идей, а также создание в городе новых рабочих мест. Самоуправление реализует программу грантов «Импульс» 2014 года, а за этот период было поддержано 75 бизнес-идей. Несомненно, для самоуправления один из приоритетов является поддержка новых идей, интересных идей и создание новых рабочих мест. Именно поэтому в этом году, реализуя программу «Импульс», мы увидели возможность удвоить фактически финансирование по поддержке для каждого проекта. То есть самоуправление заинтересовано в интересных идеях, в инновациях, в создании рабочих мест в будущем, и в рамках каждого проекта юные предприниматели, в основном молодые предприниматели, смогут получить поддержку в размере до 10 тысяч евро. И поэтому сегодня очень важно всем обладателям хороших идей заявляться в данную программу «Импульс», получить от самоуправления поддержку и, наконец-то, реализовать те хорошие идеи, которые впоследствии помогут создать как новые кластеры для развития экономики, так и, в принципе, новые рабочие места для города. В этом году размер поддержки, предоставляемой программы, увеличен. Минимальный размер гранта составляет 5000 евро, а максимальный допустимый грант – 10 тысяч евро. Ранее максимальная сумма составляла 7 тысяч. Интенсивность поддержки составляет до 75% от приемлемых затрат. Общий объем финансирования составляет 60 тысяч евро. Заявки на участие в программе грантов могут подавать зарегистрированные в Даугавпилсе коммерсанты и коммерческие общества, которым на момент заключения договора не более 2 лет, а также физические лица, задекларированные в Даугавпилсе не менее 1 года, которые обязуются учредить коммерческое сообщество или зарегистрировать статус индивидуального коммерсанта для реализации своей бизнес-идеи. Более подробная информация о программе опубликована на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилсского городского самоуправления.